Добрый день, с вами Вестики и я, Мария Семенова. Программа «Вестики» побывала в гостях у ТОС «Мостовая Слобода». Это очень красивый район Ульяновска с большой историей. В 1648 году основали ее казаки, переведенные из села Федоровское Казанского уезда. Казаки входили в сословие служилых людей, несли военно-пограничную службу. Главной их задачей была защита северных уездов страны от нападений с юга. Село развивалось и росло, обретало новые возможности. Жители Мостовой Слободы до сих пор чтят традиции предков, развивают свою территорию, гордятся тем, что имеют. Здесь проводится много разных мероприятий – и общественных, и спортивных, и развлекательных. Так вот, на одном из таких побывала я и еще несколько ребят. А точнее, стали участниками игры «Поле чудес». Да-да-да, настоящей игры с ведущим, с барабаном, с табло, с подарками, угощениями, зрителями. И даже суперигра была. Задания были непростые. Сектор «Плюс» и сектор «Шанс» иногда спасали положение. А для многих зрителей стало открытием, что на Земле не четыре океана – Атлантический, Индийский, Тихий, Северный, Ледовитый, а пять. С конца 20 века Южный океан подписывается на картах и в атласах. Но мы, школьники, об этом знаем. А вообще, такие мероприятия здорово. Главное даже не победа, а участие. Спасибо организаторам и всем, кто подарил нам такой праздник. Ждем новых приглашений. А если вы хотите стать героем нашей программы, то пишите мне в Instagram Marmars. Ссылочка вот тут. На этом все. До встречи в Вестиках!